Тем временем Минздрав опубликовал официальную статистику. В Украине за 3 месяца 62 человека заболели ботулизмом. 9 из них умерли. Сегодня эти данные обнародовала замглавы ведомства Оксана Сивак. В который раз она подтвердила, в стране огромная проблема с вакцинами. В большинстве больниц запаса сыворотки анатоксина нет. Ее не получают с 2014-го. Тогда закончился срок сертификата о госрегистрации препарата российского производства. А нового поставщика Минздрав так и не нашел. И только сейчас, уверяют чиновники, начался процесс регистрации сыворотки из Франции. Запрос о том, когда же, наконец, в Украине появится вакцина от ботулизма, мы направили в министерство еще на прошлой неделе. Но ответа до сих пор не получили. Сегодня по факту вспышки ботулизма прокуратура Запорожской области открыла уголовное производство. Напомню, с начала года смертельной инфекцией там заразились 9 человек, причем 5 за последние 2 недели. Все пострадавшие ели вяленую рыбу, которую покупали в магазинах. На теперішній час не встановлені шляхи надходження, ще вони встановлюються. Таким чином, на теперішній час це провадження є за фактом. В разі встановлення осіб, які причетні до розповсюдження цього захворювання, загрожує покарання до 3 років обмеження волі.